Сегодня мы находимся в магазине. Давайте посмотрим на обои. Мне понравился вот этот вариант. Очень красивые. Это новинка. Посмотрите, можно даже приобрести подушечки к такому варианту. Стоимость рулона 1855 рублей. Обои метровые. Классные. И вообще здесь очень большой выбор дорогих обоев. Посмотрите, какие есть. 1595 рублей за рулон. Размер метр. В рулоне 10 метров. Вот такая стоимость. Так покажу, наверное, будет ясно. Есть и однотонные, и с рисунками можно комбинировать. Вот тоже классненькие. Может быть, камера не передает такой вот красоты настоящей. Это все, конечно же, нужно смотреть. Ты что, хочешь вывернуть? А, наоборот, завернуть. Все в пределах одной суммы. Вот эти 1795 рублей стоят. Поближе вам покажу. Полосатые есть варианты. То есть можно одну стену так сделать, другую другим вариантом. 1795 за рулон. Вот видите, на стендах наверху вот они показаны, эти варианты наклеены. Эти на распродаже, видите, стоят. С рисунками. Тоже посмотрите, как вот эти варианты смотрятся наверху. Хорошо, когда можно посмотреть где-то вот, когда наклеено. Видите, сразу понятно, рисунок, нравится он тебе или не нравится в рулоне. Ну, я думаю, что не посмотришь просто так. 1595 рублей. Также есть вариант с более мелким рисунком. Посмотрите, в рулоне видно, что он маленький рисунок, а когда уже в развернутом виде, он сочетается уже с более крупным рисунком. Так, здесь все представлены. Разных оттенков. Вроде бы рисуночек один, но оттенки разные. А вот совсем другие, видите? Другой вариант. 1795 рублей. Можно сочетать с полосатыми обоями. А вот наверху их варианты приклеены на стендах. Можно посмотреть. Вот уже красивый рисуночек. Вроде бы кажется оляпистый, но смотрится неплохо. Также много однотонных. А вот посмотрите, мелкий квадратик. Мелкий-мелкий рисунок кажется как мелкими квадратиками. Вот так, чтобы вместе со стендом можно было видеть. Видите, приклеен один, но висят они разных тонов, можно посмотреть. Есть также с цветами. Обои очень нежные. Смотрится очень красиво. Посмотрите, как красиво смотрится.
когда начинаешь смотреть визуально, как будет смотреться у тебя дома, то начинаешь сразу теряться как-то. Вот эти обои прям новинка. Красивые очень. Весь рост можно тоже посмотреть. Посмотрите, прям картина висит. Здесь вообще весь этот стеллаж, он в цветах. Все обои, что я сейчас буду показывать, они либо с цветочками, либо с веточками. Стоимость у всех практически одинаковая, это от 1500 до 2000. Так что смотрите, вот так прям по вариантам просто я пробегусь, покажу вам, какие есть в наличии, какие цвета, расцветки. С пальмочками посмотрите, очень интересно тоже смотрится трех оттенков. Вот эти как-то погрубее немножко смотрятся. С листьями. Выбор большой, еще раз говорю, огромный выбор. Яркие тоже расцветочки. Очень красивый можно сделать дизайн комнаты с данными обоями. Далее идут вот такие однотонные с крупным рисунком. Посмотрите, смотрится очень красиво. Вот этот вот красивый вариант. Здесь крупные цветы, листья. Вот сверху могу показать, как они будут смотреться. Стоимость тоже представлена. Ну, можно даже по цене не говорить. Да, красивые, очень красивые с цветами. Посмотрите, они прям кажутся как будто тканевые. Стоимость практически у всех, повторяюсь, одинаковая. От 1500 до 2000. Можно даже не говорить про каждый рулон. Просто нужно подходить и смотреть, какие нравятся. Понравились — сразу брать, а не думать дальше. Насколько я знаю, в магазинах вообще, когда ходишь, выбираешь очень долго. Приходишь через неделю, все эти же обои висят. Новинок привозят не так много. Вот такого вида посмотрите. Комментировать обои вообще очень сложно, потому что у всех вкусы разные. Могу просто лишь показать. Смотрите, какие нравятся. Останавливайте видео, смотрите. А это более дешевые варианты по 595 рублей. Посмотрите, их тут как много. С этой стороны 995 рублей, 285. Посмотрите, какие дешевые. Это же метровые обои, 295 и 545. Их есть достаточное количество, я вам скажу. И опять возвращаемся к 545 рублям. В боксах они стоят, посмотрите, их тут как много. Все они метровые, по 10 метров. Ну, за 280 рублей, я думаю, неделю. Стоимость. Есть также метровые по 695, 775, 865. И здесь они представлены в одном варианте, а в кубе стоят очень много разных цветов. Ну вот они, кстати, 765 рублей, здесь они тоже есть. И 695 тоже с этой стороны. Вот этот вариант.
очень выгодные обои, недорогие, по 695 рублей метр, размер метровые. И здесь вот тоже до 1500 обои стоят, тоже могу пробежаться, потому что все они в закрытых рулонах, смысл их смотреть, потому что я не знаю, как их даже можно показать, смотрите. На этом, наверное, буду заканчивать. Если понравился обзор, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!